Всем здравствуйте! С вами Счастливая Улитка. Вся информация, которую я сегодня скажу, взята из интернета. Все данные. Апреля 2004 года состоялось открытие памятника ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Находится данный сквер и этот памятник, и эти аллеи в городе Пенза по улице 8 марта. Если читать по Яндекс.Карте, называется «Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф». На аллеях установлены плиты, как небольшие столбы квадратные, с надписями на них годов. Там разные года. Ну а теперь мой отзыв и мое субъективное мнение. Это очень тихий сквер, очень спокойный. Я пока по нему гуляла, снимала, я встретила там, наверное, несколько человек всего, которые куда-то спешили. Все очень тихо, спокойно и очень уютно. Постаралась заснять все с разных сторон. Он находится недалеко от жилых домов. Ну, вы их видите на видео. Там есть лавочки, где можно посидеть в теньке, отдохнуть. Это было все видео на сегодня. Сквер, аллеи. Все очень красиво. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.